Вот так, смотрите, пёс. Милашка, да? Так, что это у нас? Короче, больница. Я к Валере пошел, блядь. И... Кстати, да. О, пошли. Его зовут Валера. Ты там еще ничего не чекал? Да я много чего здесь ничего не чекал. Тут можно для Ютуба взять, купить, нет? Вот и сюда, и туда, и там. А вон туда. Блин, надо было проверить. Стол. Вот сюда комп можно поставить. Два. Продаю же, продаю дом. Покупайте. У вас 30, тут много комнат. Тут туалет собственный, представляете, в комнате. Тут у нас шкаф. Ну тут целый дом. Вот сюда. Всего лишь за 5 лямов вам предлагаю. Вот сюда, всего лишь. Дом огромный, целый. Целый, блядь. Ничего не сломано. Вот тут вам подарки, обои всякие. Пол чистый вообще. Металлическая дверь, представляете? Блять! Металлическая дверь у вас тут будет стоять, представляете, вот колесик. Если воры залезут, то они вылезут. Давайте посчитаем, сколько тут комнат. Раз, два, три. Четыре. Четыре. Пять. Госбастер, блин. 6. О, нифига. У вас тут 2 выхода. 6 комнат. Пока что. Тут вот, смотрите, огромный зал, гостиная. Фиг знает, как вы будете это использовать. Стриптиз. Клуб 7. О, еще одна большая, 8. Ну не красота ж, да. Тут мужской, да? Туалетную бумагу, унитаз не бросать. Вот, унитаз есть. Вот, тут берете за ручки, тут шерсть. Тут умывальник. Стекла стоят. Тут еще туалет. Смотрите, как много. И тут кабинет можно сделать. Старшая медсестра. В итоге, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 комнат, прошу вам представить. Дом с 8 комнатами. Тут вот дофига выходов. Можно поиграть в догонялки. Тут комната 9. О, еще там есть, офигеть. Тут можно как отдельный квартиру сделать. Прикол. Вот одежда в подарок. Ну, 10 комнатная квартира, вид прекрасный. На бомжей. Ну, короче, дом прекрасный. Прошу, покупайте, приходите. Да? Ой, покупаем. Тут еще собака с будкой 1 метр на метр, смотри. 25. Делаю рум-тур. Привет. Собака очень добрая. Как вам нравится дом? Хотите его приобрести? Это ты, собака. Конечно, хочу, блядь. 10 комнат. У меня комната меньше, чем вот эта, чем у него жилплощадь. Так, кстати, блядь, про дом говорят, а не про будки. Про чё? Тебе про дом говорят, вот это. А, это? Не про будку. Я думал про будку. Сейчас всех цыгане соберем и пусть там строят. У тебя, блядь, будку нахуй, компьютер даже не влез. Индусы. Вот такой вот охранник, бесплатно. Тут можно играть в догонялки, в прятки. Там тупик, дурак. Блядь, я засекал. Фу, блядь, я это потрогал.